сонце, море, свежий воздух, натуральные овощи, фрукты, еще вилла, друзья, сидит на балконе, посмотрит вот эта красота, просто красота Средиземное море. Самые главные, друзья, в этот жизни себе инвестировать. Себе. Остальное все будет работать так-то, если вы себе инвестируете. Это очень важно. Это все, вот это все здоровье, друзья. Это все ваше здоровье, в самом деле, друзья. Поэтому можно за это пить чай. Чай не водка, много не выпьешь. Это правда, в самом деле, друзья. Действительно, красота. Я здесь родился, в Турции, я имею в виду, здесь живу, в Алании. И не надоедает. Каждый день больше люблю. У меня просто любовь. Обычно любовь пройдет через какой-то момент, но у меня вот это именно для своей страны, для своей вот это город, Алания, Мерсин, любовь не заканчивается. Так что, друзья, с вами Асым, ваш человек в Турции, компания Арбатомс и город Алания, самый теплый точка в Турции, где зимы нет, друзья. Так что, сегодня у нас с вами будет вилла. Вилла. Почему люди покупают именно в городе Алания вилла, друзья? Потому что это свой дом. Потому что это более комфортно. Потому что здесь вы можете получить именно в этом проекте гражданство, друзья. Гражданство можно получать, правильно слышали. Турецкое гражданство можете получать именно в этом проекте. Так что очень хороший проект, ваш вид, вот это ваш вид никогда не закрывается, друзья, с видом на Средиземное море. Так что отделка качества отлично. Правда, как-то вилла немножко дальше от моря, для этого что нужно? Машина, друзья. Но не переживайте, в этом вилле, в этом проекте, для каждой виллы есть свой парковочное место и гараж, друзья. Для каждой виллы еще есть собственный бассейн. Вилла большой. Есть еще апартаменты. Короче, есть, друзья, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Представляете, даже есть 8+1. 8+1 есть даже, если вы планируете еще рожать, друзья, потому что 8+1 для кого нужно, я не знаю, для кого? Очень большая семья, тетя, дядя. Мне кажется, нет, надо 2-3 жена. Или 3 мужа. Нет, муж это не то, получается, 3 мужа. Надо жена, 2-3 жена, чтобы это 8+1 использовать, друзья. Хорошо, полезно использовать в самом деле. Так что, короче, есть еще планировка 8+1, друзья. Так что, все более подробная информация, где наш оператор? На нашем сайте arbatoms.co, друзья. Номер объекта тоже добавляем. Так, вот здесь номер объекта. Тоже есть, друзья, вы можете все подробную информацию получить и именно здесь жить. Проект еще только что строится, есть беспроцентная рассрочка, друзья. Вы можете просто сейчас бронировать и дальше потом постепенно платить и потом получать вид на жительство и гражданство, друзья. Турецкое гражданство это очень важно, в самом деле. Турция, потому что это развивающая страна. Турция это очень интересная страна, богатая история, еще богатая природа, друзья. Это страна Турция. Здесь жить очень
хорошо, вы здесь себя чувствуете как у себя дома, как человек, друзья. Поэтому, если вы сейчас только что думаете, зарубежный недвижимость, выбирайте только страна Турция, альтернативы нет, друзья. Я просто человек такой путешествую, часто бываю в других странах, я просто сравниваю, действительно, альтернативы нет. Почему Турция оператор? Свободная страна. Свободная страна. Еще? Отличная политика и отличный климат. 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 Нету никакой санкции, не как Европа, друзья. Русскоязычные люди здесь себя чувствуют очень хорошо. Не как Дубай, недорого, друзья. Очень дешевле здесь жизни, если сравнивать, чем Испания, чем Италия, чем Дубай, друзья. Недалеко. Через 3 часа вы у себя дома, не как Таиланд, недалеко. Здесь просто вы все плюсы можете набрать себе, не как в Дубае. Вы здесь можете получать тапу, право собственник, друзья. В Дубае просто вы как будто снимаете 40 лет, друзья. Вы не получаете от земельный участок доли. Здесь как-то вы получаете, покупаете вилла, недвижимость, еще это все остается на кого? На детей, наследство, друзья, на будущее. Короче, после вас это все, вот это кусочек земли, ваша земля, друзья, доля остается на ваше будущее, наследство. Но в Дубае такого нету. Поэтому, что я пытаюсь вам донести, друзья, вам нужно вот это все детали изучать, как-то зарубежную недвижимость покупаете, потому что, чтобы потом у вас сюрприз не было. Так что, друзья, по поводу этого проекта, отлично, месторасположение, район Каргджак, друзья, с видом на море. Если вам нужно для более подробной информации, можете через Viber, WhatsApp, Telegram к нам обращаться, друзья. Мы с вами всегда, как 15 лет на рынке недвижимость Арбатомс, друзья, всегда на связи, друзья. Хорошо, пишите, звоните, еще на нашем сайте тоже можете посмотреть, arbatoms.ru. Ко. Сразу аппарат это ко. И понятно, что ко.ru это раньше было, мы просто поменяли более престижный наш сайт. arbatoms.co, номер объекта тоже есть. Всем желаю счастья и здоровья. Для здоровья что нужно? Надо себе любить, дарить себе солнце, море, свежий воздух, друзья. Пока.